Всем привет! Вчера я вот себе приобрел вот такую игрушку замечательную. Магнитик называется, на холодильник зайчиком, потому что следующий год — год кролика. И поэтому в честь этого в этом автомате я выиграл вот такую замечательного кролика синенького, потому что магнит. Потому что следующий год, 23-й, будет год кролика. Вот поэтому я решил себе вот такую игрушку мне попалась и решил сделать на нее обзор, потому что следующий год кролика, символ 23-го года. В честь этого я и решил сделать такой небольшой ролик. Да, вот такую игрушку мне на холодильник прицепляешь, вот сюда, вот так, если видно, будет видно, вот так взял на магнитик вот сюда, опа, присадил и все, игрушка вот здесь у тебя на магните. Вот так. Такая игрушка мне попалась. 20 рублей стоит в автомате в магазине «Магнит». Очень прикольная. Я думал, это брелочек какой-то будет, а оказался это не брелочек, это оказался магнит. В честь Нового года появился вот такой замечательная новая игрушка. Мне она прикольная, но на холодильник я вешать, к сожалению, буду. Оставлю ее себе на память. А то холодильник у меня весь, если видно, здесь. У меня весь холодильник забит уже магнитами, уже некуда его обвешивать. Так что оставлю-ка это себе просто так. Либо опять кому-нибудь подарю. Может, широкому, либо кому-то из подписчиков, если кто живет в Питере, встретится. Могу подарить бесплатно, кстати говоря. Если кто проживает в Питере из подписчиков, могу бесплатно вам подарить вот такой магнитик. Совсем бесплатно. Ладно, всем удачи и пока-пока.